Приветствую всех на моем канале, и сегодня я хочу показать, как сделать вот такую композицию из цветов. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Для сегодняшней работы я буду использовать ленту розовую двустороннюю, можно брать и одностороннюю, шириной 4 сантиметра. И для листиков буду использовать ленту шириной 5 сантиметров. Для лепестков нам понадобятся отрезочки 4 на 4. Отрезочки ленты можно складывать несколько сразу вместе. И обрезаем, закругляем уголки. Берем свечку. Обжигаем и растягиваем. Цветочек состоит из 3 слоев: 7 лепестков, 6 лепестков и 5 лепестков. Всего понадобится 18 лепестков: 5, 6 и 7. Для бутона понадобится 3 лепесточка внутри и 5. Листики у меня будут как с ножкой, как в данном случае, так и без ножки. Ленту 5 на 5 сантиметров складываем наполовину и вырезаем форму листика. И делаем небольшие надрезики. Зажигалочкой обжигаем. Сгибаем листик пополам и делаем среднюю жилочку. Теперь делаем продольную. И со второй стороны. И чтобы листочек сильно не загибался, немного его отогнем. Пинцетом сделаем защип небольшой. Я делаю защип, чтобы спрятать туда проволочку.
и немного выгибаем. Берем проволочку, делаем небольшой загиб. Делаю уголок, обрезаю, чтобы проволочку просунуть. И теперь наношу небольшую капельку клея. Обрезаю лишнюю проволоку. И кусочком тейп-ленты обматываю проволоку. Получится вот такой вот листочек. Листики я скрутила вместе и затем посажу цветочек. Приступим к цветочку. Напоминаю, он состоит из 3 слоев, 5 лепестков, 6 и 7. Бутон 3 и 5. Лепестки накладываем один на другой и мелкими стежками прошиваем. Затем первый и последний лепесток соединяем. Также накладываем один на другой. И затягиваем. Затягиваем почти вплотную. Оставляем только место, чтобы продеть тычинки. Закрепляем и обрезаем ниточку. Продеваем тычинки. Это середина цветочка. Таким же образом делается и бутон, только тут из 3 лепестков. Прошиваем все остальные слои, оставляя отверстие на 2 слое немного побольше и на 3 еще больше.
Когда все детали подготовлены, можно собирать цветок. Я подклеила тычинки в серединочку. Приклеиваю третий ряд на второй. То есть второй на третий. Приклеиваю серединочку. Цветочек готов. Аналогично собираем бутон. Приклеиваем первый ряд из трех лепестков на второй. Из таких цветочков можно собрать любую композицию. Цветы и листики я подготовила. Цветочком я сделала чашелистики из листиков. Один листик я одеваю на стебель. Немного отгибаю его. Остальные наклеиваю наверх. Я подкрутила проволочку, заклеила и отрезала лишнюю. И подклею под цветочек. Благодаря тому, что у нас проволочка, листики можно поднимать выше или ниже. И соберу композицию. Я закрепила цветы на кусочки кожи и проделала два отверстия для ленты. И моя композиция готова. Надеюсь, мое видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди много-много интересного. До новых встреч! Пока-пока!